люстры и настольные лампы остались в прошлом. Сегодня популярностью на рынке осветительных приборов пользуются споты – светильники направленного света. Они служат дополнительным освещением и позволяют сделать акцент на конкретных элементах интерьера. Есть споты, которые именно дают основное освещение. За счет того, что лампочка выходит поверхность стекла, именно вот на все преломления, за счет этого она дает хороший рассеянный свет. Споты могут быть как одноламповая конструкция, так и состоять из нескольких светильников, таким образом образуя целую спот-систему. Обычно в такой светотехнике используются галогенные лампы. Они хорошо передают цветовые оттенки интерьера, но вместе с тем быстро и сильно нагреваются. Светодиодные, они намного, конечно, экономичнее. Это сейчас вводится в нашу страну, так же, как по всему миру. То есть она, например, потребляет 5 ватт, выдает 50 ватт. Это очень большая и хорошая экономия. Споты можно устанавливать в любой комнате – спальне, прихожей, кабинете и даже ванной. А при комбинированном креплении, то есть и на стены, и на потолок, они создают необычную световую композицию в интерьере. Ведь с их помощью можно менять не только яркость освещения, но и его направление. К примеру, если повернуть споты вверх, комната будет освещена рассеянным светом, а если вниз, то она станет более насыщенной. Нурсвет от 300 тенге. Эгла от 6000 тенге. Лайн от 6500 тенге.